комната сейф. Ух, вот такая вот огромная дверь. И вот так вот закрывались сбережения хозяина. Здание усадьбы Шахабалова – памятник федерального значения. Уже несколько лет находится на реставрации. После ремонта здесь планируется разместить выставки и экспозиции картин Самарского областного художественного музея, а также организовать фондохранилище. Общая стоимость ремонтно-реставрационных работ музейного комплекса составляет почти 300 миллионов рублей. Из них 137 уже потрачено. Выполнена часть отделочных работ внутри и снаружи здания, реставрация паркета и элементов декора. Интерьеры восстанавливаются именно таким образом, как они были при хозяине, при Шахабалове. Восстановлено и сделано местами реставрации вот этого живописного фриза. И по воспоминаниям здесь вот висели картины художников. В прошлом году контракт с подрядчиком расторгли. Часть жителей, у них квартиры располагаются в одном из корпусов усадьбы, отказались приезжать, поэтому проект реконструкции скорректировали. Общая стоимость завершения работ составляет почти 150 миллионов рублей. Для выполнения первоочередных задач нужны 50 миллионов. На них должны завершить монтаж системы отопления, заменить окна и двери. Глава региона подчеркивает, первоначальные средства на продолжение реконструкции выделят из областного бюджета. Хорошо, мы тогда посмотрим хоть. Бюджет, он уже сверстанный, когда мы можем вот этот шаг сделать, но имеется в виду шаг выделить на эти цели деньги. Вот. Ну, тем не менее, посмотрим. Там вы на этот год ты просил? Ну, мы на 50. Этот год просили примерно 50. Завершить реставрацию усадьбы собираются в 2018 году. На контроле губернатора реконструкция других знаковых объектов. По поручению главы региона дополнительные средства будут выделены на реконструкцию и строительство еще 3 объектов культуры. В бюджете предусмотрят 100 миллионов рублей на строительство 2-й очереди театра «Самарт». Это позволит уже в сентябре открыть 2-й театральный сезон с современной сценой и новым оборудованием. За 2 года область также намерена полностью выполнить обязательства по софинансированию реконструкции здания фабрики кухни. Кроме того, губернатор поставил задачу проработать возможность выделения из областной казны 100 миллионов рублей на реконструкцию Самарского цирка. Лариса Шлафаст, события.